В соцсетях хомичи обсуждают драку двух водителей. Стычка произошла в Октябрьском округе на улице Берка-Цемента. Как сообщил очевидец, сначала один из участников подрезал другого. Когда недовольный водитель вышел поговорить, другой облил его из лужи. Чем закончилась история, неизвестно. Кстати, в 200 метрах от места боевых действий находился полицейский экипаж, так что можно предположить, что до кровопролития не дошло. Как пишут в комментариях местные жители, это же Комсомольский городок, здесь каждый день такое происходит.